И смотрели. Здравствуйте. Приветствую. По какому поводу? К вам на работу можно ведь устроиться? Наконец-то кто-то меня заменит. Я увидел ваше объявление и хочу вам предложить на пост охранника этих двух идеальных кандидатов. Я решил поступить проще и кинул в этих придурков биту. Ты что сделал, парень? Нам на небо смотреть нельзя. И помидорки кушать. Ой, я побежал от этих чуваков, как угорелый. Они продолжали смотреть на небо. Да уж, говорю же, что здесь одни умалишенные на этом районе. Решил ограбить кого-нибудь. Зашел в какой-то деревянный частный домик. Сразу же увидел кучу каких-то драгоценностей. Понабрал себе всего и начал сматываться. Пакетик нужен. Кстати, вам повезло, на то колечко у нас сейчас скидка 20%. Не, ну это просто жесть. У них даже частные домики какие-то ненормальные. Становятся, блин, частными ювелирными.